Spring Boot такой проектик, как и блок-сайт. Сделан такая небольшая реализация, наполнение статьи. Так, добавили. И детально можно просмотреть, редактировать и удалить. Так, у нас используется PostgreSQL. База данных. Так, еще подключен Debugger, чтобы просматривать, ну, более удобно управлять базами, таблицами и базами. Так, Intelligent ID, здесь подключен TimeLive. Здесь же подключены классы Bootstrap. Вот они, да. Так, два контроллера для JetPost-запросов. Здесь вот мы редактируем анонс тайтла и полный текст удаления. И также еще контроллер для... У нас здесь добавления и просмотров таблицы месседж. Так, вот у нас месседж таблица или у нас вот пост для блога. Так, обновим. Пост у нас получается. Так. Почему у нас 3? Хотя должно быть 2. Вот, да, все правильно. Зависло что-то. Так, детальнее. Давайте редактируем. Так, вот редактируем, добавим еще клю. Обновить. Заходим. Опять, да, обновилось. Также можно мы удалить вообще ее. Да, все удалили. И на главную страницу перекинула. Так. Также у нас есть сообщение. Да, это месседж. Тоже вот 3 сообщения. 3. Можем, допустим, детальнее. Так, у нас... А, да, у нас только работает добавление. Проекте дописал. Не дописал, то лишь редактирование пока. Дальше будет связи между таблицами. Так, у нас добавилось. Ну, такой небольшой проектик. Потом будем использовать GPA. Так, здесь подключаемся к базе данных. Так, футер сделан, хедер сделан. Также вот здесь вот подключается хедер и футер. Так, это TimeLive. Ну, такой небольшой проект. Ну, для добавления данных в таблицу. Это создание таблиц самих. Вот у нас поля. Ну, небольшой проект.